детские вообще результаты, их не существует. Все вот эти медали в день, это все просто процесс. Это нельзя к этому относиться. Я знаю там родителей, тренеров с других команд, которые считают, сколько у него медалей, сколько у него перстов. Это все не имеет никакого значения. Почему? Потому что это, если оно имеет значение, ну, в отношении, в взгляде взрослых, это все давит на ребенка. Это все не имеет значения. Тут, опять же, пример моих топовых спортсменов, там, того же Дживанова, опять же, этого спросить. Он не знает, сколько у него медалей. Ему вообще все равно, даже не знает. Дживанов, говорю, какие у тебя титулы? Он не знает этого. Почему? Потому что он с детства воспитан на том, что титул может быть один. Чемпион мира по взрослым. Все. Все остальное это просто часть пути. Что мы получаем в итоге? Это не давит психологически на ребенка. То есть ему все равно. И если, допустим, он перспективный, постоянно выигрывает, в какой-то момент он проиграет, он не бросит спорт, скорее всего. Потому что у него уже есть та мысль, что он не чемпион по моменту на сейчас, потому что он ребенок. А ребенком невозможно стать чемпионом, будучи ребенком. Можно стать чемпионом по взрослым профикам. В последнее время я использую такой прием, когда мы едем на соревнования, там собираемся, говорю, ребята, здесь есть те, кто едут за победой на соревнования, да, там я, там, говорю, все, ты не едешь. Да. Потому что мы не едем за победой на соревнования, мы едем за опытом, мы едем за классной борьбой, мы едем просто получить удовольствие. Потому что если мы едем за победой, то начинается что? А что будет, если я не выиграю? А что будет, если я выиграю? Что я получу? Я ж прославлюсь, я ж получу кучу лайков в Инстаграме. И все это начинает давить. А когда он едет просто, едет на соревнования, и ты его настраиваешь на то, что он едет показать классную борьбу, сделать все, что его учили на тренировках. Результат не имеет значения. Почему? Потому что мы идем к медали, к титулу чемпиона мира по взрослым. И все это часть тренировки. Что? Он выходит с меньшим балластом. Он выходит и работает расслабленно. А когда я же говорю, куча ошибок раньше, я заметил, это только все, мы едем там убивать всех, ломать там. Это, смотришь, половина приезжает, и они уже сломались еще до выхода на схватку. И это подстраховка очень сильная, потому что у меня есть, например, ребята, которые практически там ни разу не проигрывали. И я вот думаю, такого же не может быть, сейчас он перейдет там в старший дивизион, и он проиграет в какой-то момент. И просто это его сломает. Но когда ты ему постоянно вдалбливаешь то, что это все не имеет значения, это все не титул, это не медали, ты не чемпион, ты ничего сейчас не заработал. Почему? Потому что ты станешь чемпионом там. И когда придет тот момент, что он проиграет, он не сломается, скорее всего. Потому что, часть пути, да. Часть подготовки. Да, да, потому что это часть подготовки. А если постоянно ты чемпион, ты этот, то, конечно, он будет, и представь, он там проиграет в какой-то момент, он пойдет с крыши спрыгнет, потому что он чемпион, а тут он проиграл, всех подвел. Как так? А он же по-любому проиграет. Потому что не бывает такого, нет в истории там, в спорте, чтобы в любителях никто не проигрывал. Там, может, я не знаю, но я, по крайней мере, не знаю таких. Все равно кто-то где-то когда-то проигрывал. И важно с этим справиться. Так, ребят, поехали.